Малала Юсуфзай, юная пакистанская активистка, защищающая права девочек на образование, выступает сегодня на Ассамблее молодежи ООН в зале Генассамблеи. Ее будут слушать 4000 сверстников из 80 стран. Малала Юсуфзай получила всемирную известность после покушения на ее жизнь. В октябре прошлого года боевики талибы напали на нее прямо в школьном автобусе, выстрелив в голову и шею. К тому времени она уже несколько лет была известным блогером. В своих заметках она описывала жизнь пакистанских детей в условиях власти талибов, которые тогда контролировали ее родную провинцию. С тех пор она стала лауреатом множества международных премий и самой юной в истории претенденткой на Нобелевскую премию мира.